Всем привет, друзья! С вами канал Сельхозпеределкин. Вечер, 10 июня 2015 года. Сейчас мы с вами проведем анбоксинг. Приобрел себе вот такой датчик давления турбины в интернет-магазине Карбон. Ссылку на интернет-магазин вы можете увидеть в описании видео. В общем, удовлетворительное у них обслуживание вполне и быстрота отправки и получения товара. Сейчас мы с вами проведем анбоксинг, но только сначала посмотрим. Вот у них коробка такая с их продукцией. Получается, они держатели для приборов, делают все, что хочешь. Значит, производитель CAT Gage, модель LED 7707. Это одна из бюджетных моделей. Есть и подороже, ну не стал брать, потому что я ж не супер тюнинговщик, чтобы кидать очень много денег на эти все приборчики. Вот такая футлярчик такой. Значит, в датчике уже встроен сам датчик давления турбины. Два проводка на подсветку. И вот такой вот дизайн имеет. Подсветку потом опробуем. Темноте. В коробке у нас еще есть вот шланочка с тройничком для врезки в магистраль автомобиля, шайбочки, ну это такое дело все. И вот крепежная скоба для врезки в приборную панель. Ну и конечно же, как и везде, инструкция по установке и в общем. Но это все неинтересно. Ну вот, да, и вот визитка этого интернет-магазина Карбон. Вот они есть, но ссылка в описании видео на их интернет-магазин. Вот, сейчас мы подсоединим это все дело и зажмем его без освещения, так сказать. Сейчас. Опа. Вот, как можно, я думаю, видно на камере. Прикольная такая синеватая, голубоватая подсветочка, довольно яркая. Но думаю, вполне работоспособна. Все, провели мы анбоксинг. В принципе, все меня устраивает. Через несколько дней я, думаю, установлю его уже на его место на тракторе, где оно должно быть. Ссылку вы увидите уже в видео. Всем спасибо, ставим пальцы вверх, подписываемся на канал и в группу ВКонтакте. Всем пока!